шел домой и закрыл дверь. А я выходила с ведром воды налить собакам. И не могу попасть обратно. Меня потихонечку заметает. Связи у нас с ним нет. Я стучу в дверь, он не слышит. На самом деле я еще докармливаю собак. У тебя такая сияющая куртка. Она просто жирная. Нет, это просто жирная камера на телефоне у меня. О, это эффект. Сияние. Эффект сияния. Кому интересно, смотрите, как мой генератор заливаем. Это наша ежедневная бытовуха. Я 37 думаю, рублей литр. 37 рублей литр, вот у нас. Здесь даже цена на генераторе написана. Это который по счету? Второй. А по-моему, ну, третий вон там вот стоит. Ну, тут маленький. Кладбище генератор. Ну, они рабочие как бы. Они как бы? Не очень рабочие. Как бы, но не очень. Это запасный вариант. Ну, чтобы как бы поработать, но не очень. А почему зелененький? С красителем. Не экологично, что ли? Мясом, с мясом. Смотрите, у меня тут наборчик сердечка. Печень. Надо еще сейчас покопаться. Там еще легкое было. Могу докопаться. Тяжело. Легко. Я открыла для себя новый офигенный инструмент для работы с фотографиями, для ретуши. Сейчас его тестирую. Это платный инструмент, но я абсолютно счастлива и довольна. Это тестовая фотография моя, взятая наобум. И хочу заметить, что у меня можно приобрести уроки по ретуши фотографий, по цветокоррекции фотографий. Вы видите сейчас ссылочку на экране. Это как раз ссылочка на мой профиль по урокам. Вся выручка идет, естественно, в пользу наших животных. Они думают, что я мясо принесла им всем, а не только тем, кого я докармливаю. Очень смешно, собаки.